Поэтому наша задача сейчас определить защиту государственной границы с НАТО. Польша и Литва. Задача была поставлена, чтобы вы видели все, чтобы мы не упустили ни одного танка, ни одного солдата. Мы должны видеть все, что происходит там, в Польше. Им сейчас эта войнушка, ой, как нужна, для того, чтобы показать населению, что все эти трудности... Скажу так, им нужна войнушка для того, чтобы перечеркнуть непопулярность этого ПИСа там, или как она, партия это называется в Польше, и этого Дуду обезумевшего.